Евгений Додолев взял с собой на рыбалку по-настоящему универсального артиста. Актер и музыкант Денис Бургазли. Огромное количество лет под игом турецким, и все это как-то все смешалось, перемешалось. Человека, пережившего многое. Слово «шоу-бизнес» у них это ругательство. Почему? Я случайно нажал на курок, и оно потеряло сознание. Вот это история. С необыкновенно четкой гражданской позицией. В нашей стране такой зажим всегда, когда надо обсуждать суммы гонораров. Я этого делать не буду, и у меня это прописано, в общем-то, было прописано и в договоре. «Золотая рыбка». Денис Бургазлиев. Премьера. Первая бас-гитара группы «Звуки МО». Да вы что? Смотрите в пятницу в 1:05. Москва. Доверие. Теперь на 22-м канале. Во всех телевизорах Москвы. С любимыми не расставайтесь.